Сибсельмаш, 2, город Новосибирск. Енисей, 2, город Красноярск. Звучит государственный гимн Российской Федерации. Послушайте состав играющей команды. Команда Енисей 2, город Красноярск. Команда играет в белой форме. Номер 31, вратарь команды Алексей Лешков. Номер 4, Вячеслав Дегтярев, капитан команды. Номер 5, Богдан Хавабур. Номер 55, Иван Фомкин. Номер 11, Михаил Швецов. Номер 17, Даниил Болдырев. Номер 23, Михаил Оськин. Номер 98, Никита Мостовой. Номер 13, Максим Иванов. Номер 41, Андрей Ануфриенко. Номер 49, Даниил Шилов. Номер 96, Даниил Клюшин, вратарь команды. Номер 12, Денис Братавский. Номер 14, Олег Грищенко. Номер 33, Марат Хайрулин. Номер 47, Максим Шилин. Номер 80, Илья Черногоров. Номер 90, Всеволод Евсеев. Главный тренер команды
Виталий Анукриен. Команда Сибсельмаш, 2 город Новосибирск. Команда играет в красной форме. Вратарь команды номер 71 Марат Сигимбаев. Номер 8 Артем Гололов. Номер 5 Никита Кузнецов. Номер 47 Денис Гардер. Номер 97 Никита Болдырев. Номер 99 Семен Ничкасов. Номер 24 Матвей Пандыкин. Номер 70 Матвей Рихтер. Номер 69 Кирилл Толмачев, капитан команды. Номер 33 Вячеслав Тугарев. Номер 59 Игорь Шевченко. Запасной вратарь команды номер 31 Олег Монахов. Номер 32 Валентин Голубятин. Номер 38 Илья Козлов. Номер 81 Валентин Ищенко. Номер 23 Иван Кондратьев. Номер 73 Данил Никушин. Номер 21 Никита Гриценко. Номер 16 Артем Галитаров. Номер 13 Артем Матюхин. Главный тренер команды Андрей Кузнецов. Главный судья сегодняшнего матча Сергей Синицын первой категории. Ему помогают Алексей Галитаров первой категории, Дмитрий Колесников третьей категории, все город Новосибирск. Судья электронного протокола Игорь Карманов. Судья-секретарь Александр Петров. Судья-информатор Владислав Павел. Все первой категории, город Новосибирск. Команда предупреждения Енисей. Thank you.
Вроде внеси удаление за задержку на 10 минут удален. Андрей Ануфриенко, номер 41. Команде системного удаления за толчок соперника на 10 минут удален Данил Никушин, номер 73.
Передачи Михаилу Швецову, номер 11. Мяч ворота команды 77 забил Марат Кайрулин, номер 33. Thank you.
Команда Енисей играет в полушортае. Yeah.
командир Семенович удаление. За остановку мяча неразрешенным способом на 10 минут удален Никита Болдырев, номер 97. Передача Марата Хайрулина, номер 33. Мяч ворота команды Сибсельмаш забил Денис Шилов, номер 49. Команда Сибсельмаш играет в полном составе. Thank you.
Командир, Сибсельмаш удаление. За задержку на 10 минут удален Никита Болдырев, номер 97. Мяч в ворота команды Сибсельмаш забил Андрея Нутриенко, номер 41. Команда Сибсельмаш играет в полном составе. Thank you.
Последняя минута первого тайма. Закончился первый тайм матча между командами Сибсельмаш 2 и Енисей 2. Со счетом 3-0 впереди команда Енисей. В команде Сибсельмаш замена вратаря. Вместо Марата Сигимбаева номер 71 в игру вступил Олег Монахов номер 31. В команде Енисей удаление за остановку мяча неразрешенно способом на 10 минут удален Никита Мостовой, номер 98. Мяч в ворота команды Енисей забил Иван Кондратьев, номер 23. Команда Енисей играет в полном составе. Thank you.
Yeah.
передачи Вячеслава Тугарина, номер 33. Мяч в ворота команды Енисей забил Семен Нечкасов, номер 99. Команде Сельсельмаш удаление. За задержку на 10 минут удалил Денис Гардер, номер 47. Мяч в ворота команды Сельсельмаш забил Андрей Антоненко, номер 41. Команда Сельсельмаш взяла тайм-аут.
Ко времени второго тайма главным судьей добавлено 1 минута 30 секунд. За подушку на 10 минут ударил Семен Лисков, номер 90 метров.
Повторный матч между командами Екатеринбург 2 и Енисей 2 пройдет завтра, 28 ноября. Начало матча в 13 часов. Ко времени второго тайма главным судью добавлено 30 секунд. Общее добавленное время 2 минуты. Команде не неси удаление. За задержку на 10 минут удален Илья Черногоров, номер 80.
Ко времени второго тайма главным судьей добавлено 30 секунд. Общее добавленное время 2 минуты 30 секунд. Команда «Сибсельмаш» играет в полном составе. Yeah.
Енисей играет в полном составе. Последняя минута матча. Передача Никиты Мостового, номер 98. Мяч ворота команды «Сити» матч забил Денис Шилов, номер 49. Закончился матч между командами «Енисей-Термаш-2» и «Енисей-2» со счетом 5-2. Победу одержал команда «Енисей-2».